Эдуард Успенский – советский и российский литератор, сценарист, драматург, радиоведущий, автор детских книг, создатель «Гены и Чебурашки», «Катрам Матроскина» и «Собаки Шарика», детективов Колобков и других ярких персонажей. В России не найдешь человека, которому не было бы знакомо творчество Эдуарда Успенского. Всю свою жизнь этот человек посвятил детям и способам сделать их счастливыми. Народное признание и любовь он заслужил благодаря прекрасным произведениям, которые показывают правильные ценности в понятной и доступной форме. Работая летом вожатым в пионерском лагере, Успенский рассказывал ребятам разные интересные истории, читал разные книжки. А когда они заканчивались, то неожиданно для себя он начинал рассказывать сказку про Чебурашку. Сам того не ожидая, он вспомнил свою любимую детскую игрушку, прочитал в газете о загадочном зверьке, который оказался на пароходе, вернувшемся из южной страны. Так родилась книга «Крокодил Гена и его друзья». В 1969 году был снят мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену. Эта история началась там, где растут апельсины. Один маленький глупый зверек залез в ящик, чтобы ими полакомиться, заснул и очутился в далекой холодной стране, где апельсины бывают только на прилавках дорогих супермаркетов. Но зверек не особенно расстроился, а пошел работать в детский сад игрушкой. Хорошо жить в деревне. Речка, лес рядом и животных можно сколько угодно заводить, места всем хватит. И никто не скажет, что у собаки лапы грязные, а от кота пользы нет. Вот один мальчик и уехал от родителей в Простоквашино. Кота прихватил, а пес сам по дороге прихватился. И стали они жить-поживать. Много разных историй про жизнь в деревне Простоквашино придумал Эдуард Николаевич. Встретить Новый год в Простоквашино, что может быть лучше? Вот и дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик так решили и встретили Новый год в своей любимой деревне. Веселая и беззаботная жизнь простоквашинцев была нарушена приездом тети Тамары, полковника в отставке. Она мечтает посвятить себя воспитанию племянника, но наши герои не позволят испортить себе жизнь. Село Простоквашино – самое мирное село на земле, но и в самых мирных селах бывают серьезные неприятности. В Простоквашино появилось привидение. Это событие всполошило жителей, но заинтересовало журналистов и телевидение. Дядя Федор пускает слух о том, что в деревне обитает привидение, туристов привлечь. А почтальон Печкин ведет войну с кабанами. С помощью папы и мамы удается даже организовать сафари на запорожце. Благодаря совместным усилиям героев, пробка до детского развлекательного центра Простоквашино тянулась чуть ли не 20 километров. Сказка Эдуарда Успенского «Грамота» рассказывает смысл пословицы «Учение – свет, а не мучение – тьма». Читателям предстоит узнать, каким неприятностям приводит безграмотность и лень. Баба-Яга, Кощей и Емеля обзавелись потомством, но дети их выросли избалованными, издельничали и не желали учиться. Было решено отправить чад в Москву, уму-разуму набираться. Кое-как Бабёшка, Ягёшка, Емельян и Кощейка добрались до города и хотели поступить на обучение. Но какие институты тем, кто не может написать даже собственное имя? Ребят взяли только в детский сад, которым руководила учительница Ирина Мотоциклова. Ей пришлось приложить много усилий, чтобы великовозрастные проказники стали проявлять интерес к учебе. Сказка Успенского «Вниз по волшебной реке» – захватывающая история о дружбе и верности, отзывчивости, смелости и находчивости. Приехать на каникулы к бабушке в деревню и оказаться в сказочном царстве, где живут Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, Лиха Одноглазая, Кот Баюн и другая, малосимпатичная публика – такое не каждому мальчику понравится. А вот Сидорову Мите все это очень понравилось, потому что он не только увидел то, о чем читал в книгах, но и сумел помочь добрым сказочным героям – Василисе Премудрой, Домовому, царю Макару. Как же городской мальчик Митя попал в сказочное царство? Да очень просто.
Он Бабе-Яге родственником оказался. Быть учительницей у диких, хотя и симпатичных зверюшек, может только хороший человек. Например, ученица 4 класса московской школы Люся Брюкина. Они обитают в меховом интернате, пытаясь познать основы этикета, культуры общения и грамоты. В качестве учительницы приглашена школьница Люся. Девочке нравятся животные, и она с удовольствием проводит уроки. Но не все люди столь добры к братьям нашим меньшим. Их дары нагло используют. Интернат пытаются закрыть и кое-кого даже похитить. Вскоре животные понимают, что человечество не готово к равному с ними общению. Они покидают меховой интернат, оставив для Люси щедрый подарок. Рассказы Успенского про Веру и Анфису – это серия удивительных историй о жизни любознательной непоседы Веры и обезьянки Анфисы. Обезьянка, случайно попавшая в семью учителей, становится подружкой маленькой девочки Веры. Вместе они сводят всех с ума, устраивают бедлам в детском саду, наводят шум в школе, доводят до сумасшествия врача в поликлинике и умудряются потеряться по дороге из булочной. А как-то даже стали наглядными пособиями на познавательные лекции. Но несмотря на все шалости, подружки всегда оставались добрыми, старались помогать окружающим, учились прислушиваться к советам старших. Девочка и обезьянка были верными друзьями, вместе разделяя не только конфеты и пряники, но и наказание за провинности. Невероятные события происходят на неведомых дорожках детского парка. Знаменитые сыщики-колобки распутывают любое дело. Могут разыскать хоть дошкольника Лешу, хоть пропавшего белого слона. Если ваши родители привезли домой телевизор или новый холодильник, знайте, что вместе с ним к вам приехал крохотный гарантийный человечек. Только не пытайтесь его найти. Гарантийным строго-настрого наказаны детям на глаза не попадаться. В одной бухте Тихого океана открылась особая диверсионно-подводная школа под названием «Подводные пиреты», а обучались в ней дельфины. Ребята, мечтающие стать разведчиками, любящие тайные расследования, эта книга для вас, а еще для тех, кто с удовольствием смеется, понимает шутки и юмор. Все помнят, что Чебурашка приехал к нам из джунглей в ящике с апельсинами. Но вот где же он жил в этих самых джунглях, кто были его папа и мама, и почему он потерялся, об этом Эдуард Успенский нам не рассказал. И ни одно поколение детей ломало голову над этим вопросом. В книге «Деревня Чебураши» описано, где Чебурашка родился и вырос. Вы узнаете про его удивительных соплеменников Чебураши и похитителя чебурашьих детей коварного Юхву. Свыше полутора сотен оригинальных сказочных повестей, стихов, рассказов, сценариев и пьес вышло из-под пера Эдуарда Успенского. Его произведения переведены на более чем 25 языков мира. Не менее чем в 50 странах показывают мультфильмы по его сценариям. В разных уголках мира можно встретить скульптурные композиции, изображающие героев его книг. Книги Эдуарда Николаевича бесспорно любимы за доброту, которую они прославляют, за призывы к дружбе самых разных существ – людей, зверей и игрушек.